Здорово всем, ребятки, Кента пока на проводе, и прямо сегодня вы увидите самый наглый, самый жесткий и самый нереальный клан читеров, потому что эти читеры даже попались мне. Поэтому если ты, дружище, против читов и адекватный подписчик, то, пожалуйста, ставь лайк и подписывайся на мой канал. Ну а мы начинаем. MyStandoff.ru – это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandoff.ru. Ребятки, мне абсолютно все равно, сколько будет просмотров на этом видео. Хоть один мой. Для меня самое главное — это забанить этот клан читеров, потому что они мешают мне нормально играть. Вам мешают, всем мешают. Дабы я не был голословным, ребятки, посмотрите на пруфы. Вот. Парниша с АВМ убивает со своей базы. Ну, как по мне, это не норма, потому что это самые настоящие читы. И таких читеров надо выносить с локтя. Илюша, 21 годик. Ну что же, давайте рассмотрим этот клан более детально. Для начала перемещаю себя вот сюда. Название этого клана — Hackers Players, что означает читеры игроки. Ну что-то такое. Ну что же, давайте смотреть. Ну что же, давайте рассмотрим первого игрока, тот, кто в сети. Какой-то rxnzaxz.exe, прям как Кента ПК, только rxnzaxz, ну вы поняли, да? Блин, ну и ник, можно язык сломать. Сразу же видно, парень старается, молодец, трудится, добился легенды, ха-ха. Ребятки, ясен пень, мы прекрасно понимаем, что это самый настоящий галимый читер. Вы посмотрите на точность с АВМ. 0,7%. Ребят, если этот парень и не читер, то он бустится вместе с читером. Это 100, прям миллион процентов. В обычной общей статистике КД 3,76. Общее время в игре 45 часов. Но, ребят, только по времени в игре уже ясен пень, что этот парень не чист. То, что это или читер, или он бустится вместе с читером. Далее у нас идет глава клана. Ребятки, давайте посмотрим на этого парня. Как мы видим, 660 часов, то есть это старый аккаунт КД 1.03. Скорее всего, главу клана просто не берут буститься вместе с читерами. Говорят, не, ты недостоин, иди вон. Или что такое. Ну, потому что он глава этого клана, и у него ранг всего лишь голд 1. Это очень мало, учитывая, что весь его клан — это легенды, мастера и так далее. Ну ладно, давайте смотреть дальше. Следующий наш участник — это Кама Пуля. И скорее всего, этого парня тоже наказали и не берут матчмейкинг вместе с читером, потому что он вообще Сильвер 3. Вот это, ребятки, показатель того, кем был бы этот клан, если бы они играли без читов. Они все были бы максимум сильверами, а то и бронзами. Просто испанский стыд. И опять же, это новый созданный аккаунт, потому что один начинается на шестерку и общее время в игре 71 час. Ой-ой-ой, посмотрите, тут у парня прям ник Заместитель. Ну типа заместитель клана, только, братан, Заместитель. Написано с ошибкой, ну блин, ну как же мне стыдно за вас, испанский стыд. Давайте посмотрим, кто же этот заместитель. А у нас заместитель Сильвер 2. Ой, блин, мне за вас стыдно, поняли, как раз щитами бустится, поняли? Вот так вот, КД 0.65, вот так им и надо. Я считаю, что у таких чуваков должно быть КД как можно меньше. Вот я считаю, если спалили хоть раз весь клан с читером, пусть до конца жизни этот клан всегда будет максимум Сильвер 2. Вот это было бы идеально. Точность 7%. Братан, у тебя сейчас зрение минус 1000 или минус миллион. Ты как так стреляешь плохо? Точность 7%. КД 0.65. Наконец-то я нашел человека, у которого КД меньше, чем у меня. Ну что же, давайте смотреть следующего участника клана. Вот вы думаете, да? Наверное, то был Сильвер 3, то был Сильвер 2, то по логике вещей это Сильвер 1. Вот как вы думаете, какой ранг у этого парня? Вот у этого. Вот прям сейчас поставьте видео на паузу и напишите в комментариях. Давайте. Дам 3 секунды написать в комментариях, как вы думаете, что это за ранг. Ну чё, полетели, да? Полетели? Полетели! Ох ты мой пирожочек! КД 6.45. Общее время в игре 28 часов и ранг элита. Ох ты мой молодчинка, ты какой получишь бан за буст, потому что буститься нельзя. Точность 2%, капец, как такое возможно? Как возможно, что у чувака КД 6.45 и точность 2%? Я чего-то в этом мире не понимаю. Ну что же, в обычной общей статистике КД 9.0. Да ты что, какой хороший киберспортсмен в кавычках, потому что ты галимый читер.
И следующий наш участник клана опять читер. Это админ. Ник админ такой. Прикиньте, ранг мастер. Общее время в игре 130 часов, братан. Ну, походу придется удалять твой аккаунт, потому что ты его поднял тоже с щитами. Хоть у тебя и КД 1.8, но, чувак, ты первый левел. Ранг мастер. Ясен пень, что ты галимый читер. Ну, у тебя хотя бы точность 9.6%, хотя бы это радует. И следующий наш участник это Соугай. И он, внимание, тоже мастер. Какие же все тут кибернубы? Да, кибернубы, потому что они играют с щитами. Посмотрите, если у прошлого участника точность была сколько процентов? 9,6, то у этого 46. Нифига себе, в 4 раза выше. Но, ребят, ясен пень, это читер. Тем более КД 7,63. Такого КД нету ни у единой киберкотлеты. В обычной общей статистике 5,52. И общее время в игре 12 часов. Но, ребятки, ну вы очень сильно палитесь. Ну я только смотрю на общее время в игре, и я понимаю, что вы галимые читаки. Ну что же, у нас осталось два человека в клане, которых мы еще не просмотрели. Давайте смотреть. Мани Мамут ФДП. Ну и ник, конечно. Легенда, да ты что, какой молодчина. Расскажи, в чем твой секрет? Возможно, ты читер? Ты читер? А, да, ты читер. Общее время в игре 30 часов. Да ты что, какая умничка. Улетишь на банановые острова. И там со своим КД будешь вспоминать его грустно и плакать. Потому что тебя, скорее всего, забанят по устройству. Потому что какая нахрен ты легенда? Ты тупо бущенный читер. И наш последний участник клана, парень под ником Об. Не знаю, что это означает. Возможно, это означает бущенный нуб. Но ранг мастер КД 4.39 и общее время в игре 99 часов. Так вот, если вы меня смотрите, вот этот клан, как он называется, Hackers Players, я вас вызываю на бой без щитов. Давайте посмотрим, на что вы способны без щитов, потому что вы галимые читеры и бущенные нубы, поняли? Я за свои слова отвечаю, поэтому я вас вызываю на дуэль, отпишите мне в ВК и тупо раз на раз выйдем. Ну что ж, дорогие друзья, скорее всего этот клан мы видим последний раз. Может быть, еще сыграем с ними клановые войны, если не будет доказывать, что они якобы не читеры, но я думаю, тут и так всем все ясно, тем более показывал пруфы. С вами был ваш Кета ПК. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите любой хороший комментарий. Всем удачи, всем пока.